есть три букета красиво в хорошем балансе. Ой, скажи, какой букет не получился? В третьем, да? Нет, в втором. Во втором букете не получилось. Ну, давай еще разок попробуем и сделаем все три букета красивыми. Молодчина. А давай теперь не делать ферматы остановки, а играть все подряд, со счетом. Ми, си, соль, ми, ми, до, ля. Про себя считать? Внутри себя? Как тебе удобнее? Внутри себя удобнее. Хорошо. Теперь все со счетом получилось. Но что случилось с букетиками? Как ты думаешь? Может быть, там стебли разной длины были? Может быть, нужно их хорошенечко выровнять, чтобы собрать все нотки, чтобы не вылезал ни один цветок выше других. Давай послушаем еще. Вот, смотри, какая нотка влезает из букета? Никакая. Никакая? Сыграй мне левую ручку. И вот сюда нужно добавить. Если ты сыграешь очень громко здесь нотку, то она сразу вылезет из букета. Аккуратней, слушай длинную. Какая красота! Все получилось. Значит, секрет в чем? Слушать первую нотку, как первый цветочек, и к ней уже присоединять все остальные. Это подснежники. Подснежники? Замечательно. Ну все, давай последний раз на бис. Если красиво получится, то будет счастье у нас с тобой. Молодец.